лет и вы на канале Сайтова. И я думаю, вы дождались моего второго видео, как я буду делать слайм, который уже должен получиться. Не должен. Ну, короче, получится. Точно. Вот такие у меня красители будут. И вот такой вот клей. Офис. Я уже один раз сделала на видео слайм с офис клей. Но еще раз повторим это видео. Ну, почти это видео. И я буду добавлять шарики и ароматизатор. Я прям рэп читаю. Для начала мы нальем клей. Наливаем. Интересно так. Хватит. Налили. Значит, добавляю ароматизатор. Я, наверное, возьму два яблока. А, он так пахнет прикольно. И добавляю апельсин. Все, это было хватит. Ну, можно еще чуть-чуть добавить. Вот, оно там вот, уже добавлено. Перемешка. Перемешиваем. Ну-ка. Добавляем. Просто тут есть клей, который пахнет тоже. И надо тогда побольше ароматизатора добавлять. Перемешка. О, пахнет. Круто. Теперь добавляем тетраборат натрия. Я его в прошлом видео показывала. Так что сейчас не буду. Добавляем чуть-чуть. Хватит, ребята. Ребята, я за камерой добавила краситель, потому что я забыла добавить краситель. И вот, перемешиваю. Наверное, надо еще добавить. Но он почти уже готов. Да, потому что он как вода. Добавляем. Перемешиваем. Наверное, это было много, но ничего страшного, если что, чуть-чуть добавим зубной пасты. Перемешиваем. Очень надо долго мешать, чтобы он получился. Я надеюсь, это будет не резина, как мое прошлое видео. Ребята, и наконец-то вот так вот он хрустит. Он очень прикольно хрустит. Ну что ж, давайте его положим в баночку, которая еле откручивается, и украсим его. Совываем. Сейчас, чтобы я делаю так, чтобы он по всем углам был. Вот так вот он. Давайте добавим легкий пластилин. Вот такой вот. И, ребят, посмотрите. Вот такой вот у меня колокольчик получился с шармиками. Закрываем его. И я буду приклеивать мой значок. Вот так я приклеила, и нам уже пора прощаться. Всем-всем пока! Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, заходите на мой инстаграм, пишите мне комментарии. Всех люблю, пока! Love, love, love!